Всем привет, с вами я, Шлёпа Дада-8. Не могу сказать, что у нас опять давно не было распаковок, но опять. У нас два киндера на Тунс новые. Конечно же, новые игрушки вот такие. Тут, наверное, две одинаковых, ну ладно, приступим к открытию. Так. Тут что-то такое. Опа, это лисичка. Так, это лисица. Сейчас мы ее соберем. Давайте вкладыш посмотрим. Так, это нам не надо. Ну, вот такая вот лисичка. Сейчас мы ее соберем. Вот я собрал лисицу. Вот такая она прикольная. Мне понравилась. Вот такая вот она, пушистенькая, брюшко, хвостик двигается. Просто она хвостик двигает и все. Ну, мордочка такая прикольная. Ну, лайк. Следующий киндер. Так, надеюсь, не повторка. Фух, да, это не повторка. Это кто это? Это кто-то, типа медведь, кто это? Сейчас посмотрим на вкладыши. Это пума, наверное. Да, это пума. Вот это так собирать. Ладно, сейчас мы ее соберем. Так, вот сама пума. Она вот так вот, смотри, она... Смотрите, она вот так вот лапкой хоп, хоп. Может, она вот так вот как стоять, вот так вот, как она так стоит. Может, просто встать. А может, вот так вот. Как будто она что-то роет. Так она... Вот. Ну что ж, думаю, что вам понравился этот ролик. Сейчас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шлёпа228. Всем пока-пока.